Здорово, хулиганы, как ваш ничего, с вами снова Iron Druk, и мы продолжаем проходить Infernal Attack на картах Memento Mori. Последний раз, когда мы остановились, то мы просто охренели от того количества монстров, которые решили на нас выкинуть силы зла, ада, хер пойми чего. Нет, тут их тут реально много, надо дать должное. Автор выбросил в этот мод все, абсолютно все. Господа, перестаньте. У меня есть адская пушка, и не боюсь ее использоваться, в случае чего. Это Коколич был? Это был Коколич. Скорее всего, невидимый Коколич. О, стрелочки для дебилов. Вау! Куб хаоса. Спасибо. Это приз? Нет, ни хрена, это не приз, это... Это, скорее всего, сейчас мне будет на орехи опять. О, меня либо лупят, либо... А, не, не лупят. Прям все так грустно. Так, синяя дверь, синяя дверь. Оп, оп. Блин, не хочу я лично лезть в тот внутренний двор, хоть убить не хочу. Что-то там не так. Ладно. В конце концов, героями не рождаются, героями становятся. Ух ты, ё-моё! Чёртов вонючий Коколич, блин, невидимый. Беги! Yes! Теперь на штурм. Я сказал на штурм. Ну что, меня усмирять пришли собаки сутулые? Не позволю. Меня не усмирить. Нет еще такой смирительной рубашки, с которой бы я не вылез. Yes! Жри! Ау, что это было? Что это так мерзко пикает, я могу узнать. Оу! Отведай гвоздей, падла. Так, есть, есть. А, собственно, полагаю, нам туда. Но эти головы, вылетающие из тела, это, конечно, очень весело, а? Ну, давайте посмотрим. Оу, либо мне плохо, либо от чего-то игра стала крайне медленно работать. Наверное, второе все-таки. Странно, наверное, показалось. Так. Вау. Тройная так стреляет тремя сразу гвоздями, да? Это хорошо. Так, избавились от этого засранца. Избавимся от человека с гвоздями. Избавимся от очередного человека с гвоздями. Это хорошо. От них надо избавляться. Так, куда дальше идем? Дальше. Может, тут мины где-то, я не знаю. Наверное, мне показалось снова. Ау. Ау. Ясно. Придется искать другой подход к данному. И фонарик у нас есть. Я манал. Да тут все есть. Тут можно... Можно отдыхать. Это что за хрень? Определенно в воде кто-то, да, есть? Я прав? Я угадал? Или меня уже глючит? Просто не по-детски. Ладно. Походу, сюда доступа нету, да? В принципе, есть стрелки для дебилов, но что-то мне кажется, что они совсем не то показывают, что надо. Что это за дверь, к слову? Ух ты, ё-моё! Сюрпризы! День сюрпризов, блин! Я не принимаю такие сюрпризы. Я, конечно, понимаю, что дареным коням в зубы не смотрят, но дайте мне нормальные сюрпризы. Что это было такое мерзкое? Месиво из дерьмища. Когда двустволки не спасает щит. Бывает. О нет. Рахнатрон без ходуль. Рыцари из долбанного квейка и козлы с копьями. Все это вы сможете наблюдать в Infernal Attack. Вам нужен красный ключ, чтобы открыть эту дверь. И вот он вам, красный ключ. Как ни странно, да? Странно, на мой взгляд, очень странно. Что за мерзкий пикающий звук? Напоминает этот пульсометр, как в фильмах драматических. И не очень. Так, по идее, нам отсюда можно сдриснуть и найти где-нибудь красную дверь. Ага. Точняк.
Была бы еще где-нибудь по духам красная дверь, было бы вообще шикарно. Но таких дверей не бывает, да? Кроме того, мы тут уже были. Все, что надо, мы тут уже нашли. Так, еще один тречок давайте обновим. Спасибо Марзалиону за мод еще раз. Джей Сайлент Зора Рихард. Автор старого доброго Зейдж мода. Так, ни хрена тут нет, да, интересного? Пробежались тут не понять зачем по... Блин, красная дверь, народ. Красная дверь. Where is it? Окей, предположим, что она где-то здесь. А, нам туда, я понял. А как мы туда доберемся, если честно? Мне кто-нибудь расскажет? Ага. Можно, конечно, попробовать перепрыгнуть через эту халабуду, но как-то желания большого нету. Вау, волны прикольно сделаны. Не? Ни хрена. Ладно. Окей, мы пытались, нужно было попытаться. Так, черт возьми, что же делать? Снова мы в... в щекотливых ситуациях, в которых непонятно, куда идти и что делать дальше, да? Оружие до хрена, патронов на это оружие нету. Моя любимая тема во всех играх. Да, мы дадим им кучу оружия и патронов, но... кажется, хрен вам, а не шанс из него пострелять. Эй, я там был, по-моему, да? Я угадал? Прям аж интересно, что ж там такое? А, черт, не успеваю. Ладно, надеюсь, ничего важного. В противном случае будет крайне грустно. Да, вот эти замудренные карты в Doom тоже мне всегда радовали. Сильно. Так, 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 так. А, вот этот лифт. Понятно. Тут ни хрена. Да кто там пищит, ё-моё. Нам туда надо попасть, я полагаю, да? Вон там лифт. Ага, да? Так, 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 так. Оп! Ага! Все, добро пособирали. Молодцы, молодцы! О, стенка. Арахнакто, простите, не заметил. Надо сохранить игрушку. Эй! Quake 2, Ground Zero. Вот как эта музыка называется. По-моему, он умер. Где-то рядом уже пищит, я слышу. Просто слышу. Назад в Хексен, назад! И ты, пурпурный козел, тоже назад. О, честно думал, все, уже откинусь. Что у нас еще здесь добра? У нас есть рельса, первая рельса. А кто меня убил и почему я ору как Вильгельм? Хотя я, по-моему, уже орал как Вильгельм. Вау, призрачный призрак этого ассасина, да? А, Ghost Marine, да. Призрак Ghost Marine. Так, адская винтовка есть, схапали. Так, что у нас есть из добра пострелять, с которого можно? Ну, есть винтовка мощная, полагаю, да? Или СКС, как его, блин, правильно зовут. Назад. Назад. Кто это был? Это не тот хрен из клипа I love the Buddy the Budai. Похоже на него был. Так. Невидимый сержант с ружьем. Блин. Почему их снабжают лучше, чем меня? Я могу узнать.
Вау. Хорнбист. Огненная тварь. А бьется как мини-босс какой-то. Так, отъезжает стенка. В стенке просто добра куча. Это хорошо, без подляна в какой-то веке. Так, опять баронада в стильных кожаных штанах. Кто бы был против. Так. Йор из долбанного Квейк. Отлично. Церберус из... Не пойми откуда, но он все равно сдох. Бельфегор. А вот ни хрена это не Бельфегор. Так, Yellow Key Card взяли. Успешно, успешно взяли Yellow Key Card. Идем дальше. О, мостик, спасибо. Он бы мне очень помог, этак, в прохождении тому назад, одном прохождении тому назад, да? Куда нам теперь надо, а? Желтая дверь. А, желтая дверь, надо выходить отсюда, я помню. Надо сюда, помните, куда-то. Сейчас. Вот, синяя дверь. Тык-тык-тык-тык-тык. Просветы, закаты. Не, нифига, не туда. Сейчас. Опа, нам сюда. Где детонатор? Все так резко темно стало, я не понимаю, чего. Вовремя я смылся. Просто гениальнейший инстинкт самосохранения. Тут очень темно. Давайте я вам освещу место. Кто-то был невидимый. Но огню насрать, насколько вы невидимы. Хе-хей! Кто-то еще умер. Это хорошо. Все? Желающих больше нет? Хорошо. Ух ты! Атомный брузер! Красивое название. Синяя кровь. И 1000 жизней, блин. Я манал. Красиво, и взрывается тоже красиво. Очень красиво все. Монстров. Так, я понял. Yes! The Stand! Уровень закончен. Следующий уровень. Hell's Kitchen! Кухня ада. Еще так называется квартал в Нью-Йорке, насколько я знаю. Опять люди сходят с ума, опять все хотят меня убить. Но мы не дадим им это сделать, потому что просто не дадим. Так, готов тут, господа. Где-то кто-то... Воу! Черт, ревенанты без... ревенанты в штанах. Уже стрёмно. Ау! На лифт! Да. Сейчас бы зомби с БФГ-9000 ставить. На стеночку. Ладно, будем аккуратно с дальнобойного пытаться вздрюкать всех. У нас такие нехорошие дела пошли просто. Некрасивые дела пошли совсем. Нет, господа. Дважды бирем я сегодня не буду. А может и буду. Хе-хей. Так, там кто-то. Вот этот засранец МБФГ. Так, минус ревенант без штанов. Так, есть. Так, что у нас есть из добра? Добра много добра у нас. Вау. Не в кои-то разе его решили нормально сделать. Вау. Это нравится, это хорошо. Так, продвигаемся вперед. Но продвигаемся осторожно. Ау! Кто такой дерзкий, а, блин? Только я могу стрелять в вас через провалы в стенах. Когда вы это делаете, это называется плагиатом. Я вас познакомлю с адвокатом после этого своей. Засранцы. Хотя неплохо так, знаете, дезориентирует неплохо, неплохо, да. Ау! Ну и крики, блин. Так, нам нужно что-то типа смартгана, что ли?
Окей. 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 Alrighty then. Блин, ну... Да кто по мне... Нифига себе. Получается, и не выдохнешь, не вдохнешь, да? Собаки. Идея. Я буду стрелять во врагов с одной стороны, прикрывая с другой. Гениально, Жак. Вы блестящий океанолог. А вот ни хрена. Походу, кто-то там где-то в меня садит. Походу, сзади. Блин, надо сохранить игру и посмотреть. Что ж не так, ёпта? Die, all of you! Какая зачетная приблуда, а? Прямо... Радость стрелка, что называется. Ничего, я до вас доберусь, любители пострелять через проломы в стенах. Вау, он что-то еще говорит. Арахнофил, арахнофит. Здоровая дура. Вау, а не быстро ли он на меня летит? Сломнибус. Какое стрёмное название для монстра. У тебя стрёмное имя. Ты умрёшь только поэтому. Сломнибус. Ужас. Слишком много желающих надрать мне жопу. Слишком много. Это никогда не было хорошей темой. И непонятно, откуда по вам будут садить в этот момент. Самое жуткое. Како гул. Охренеть, зомби как демон. Готов. Фу, и умер он мерзко. Эк, хорошо. Хорошо. Нейлборг очередной, да? Или как он там назывался, уже забыл. Сержант с авторужьем, хорошо. О, кто-то там где-то ходит, да? Или это у меня гильза отвалилась, туда упала? Прикольно, если так. Save game! Господа, ой... это было зря, я так и знал. Вот. Не нажимайте, не проверяя альтернативную тап. Вот что я вам могу сказать. Вау, это что такое? С чем его едят? Не знаю, но штука классная. Выглядит секси. И вообще, и вообще. Ты открываться не хочешь? Окей. Не хочешь, не надо, не заставляю. Скадуш. Так, простата демона, постреляем из нее. В прошлый раз, правда, не очень было. У нас еще есть Yellow Boy. А это у нас Драугр. Да, Драугр я помню еще с этого. Со времен Project Brutality. Да. Как их называю, гламурные ревенанты, блин. Так. Там кто-то есть. Ладно, мы его пока не вздрючим, потому что. Нет, что я сделал? Я загрузился. Блин, дурость моя, ты покинь меня. Еще я мажу. Я понял. You missed, sucker. Так. Что это за дура? Так, биоконтейнер. Только не говорите мне, что это... Хрень, где демоны свои анализы кладут. Вау. Двустволка, помповая двустволка, да? Прикольно, прикольно. Розовый как демон смотрит в окно. Хочет понять, почему так темно. Розовый, как демон, смотрит в окно, хочет понять, почему жизнь говно. Я вот не могу понять лично, почему, но так уж повелось, блин. Умри, животное. Кто там садит по мне? Ага, невидимый, как демон. Думали меня легко провести. Можно, но будет тяжело. Так, отлично, отлично. Да кто по мне садит, ё-моё? Скорее всего, кто-то в лаве. Я их просто не вижу. Во.
Вау, какая классная анимация червей и прочего дерьмища на трупе. О-оу. Умри! Что ж ты так долго умираешь, мать твою? Да ну нахрен! Это вообще поддается описанию хоть какому-нибудь здравому? Так, красный ключ-карта есть, а я ж в пижаме, мне можно побегать здесь. Малям. Хорошо, хорошо. Так, идем дальше. Дальше будет только тяжелее, да? Конечно, дальше будет только тяжелее. Ух ты, ё-моё. Ну, блин. Какая школьная ловушка, я в неё попался, я манал. Ау. Кто по мне выстрелил сейчас? Я даже никого не увидел, честно, если... Ах вы, падлы, сверху, да? Тоже любите сверху. Понятно. Так. Подзабрали что? Да дайте-ка здоровье увеличим, раз оно у нас есть. Так, теперь что делать? Так, в лаву падать я не хочу, вот зеленую каку, поэтому просто так сделаем. Окей. Alrighty then. Вы... Чем стрелять от меня вздумаете? Малудемон, отлично. Что за тупое название? Ладно, неважно. Окей. Все в кровище, лицо в кровище вечно. Затрудняет визуальное изображение. Что я сейчас сказал? Затрудняет визуальное изображение. Совсем еду уже. По наклонной. Так, это все забрали, это все забрали. Оп. 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 Все позабирали. Отлично. Теперь надо подумать, чем же вас таким страшным убить. Блин. Хороший вопросецкий. Так. Ага. Что это такое? Это часом не пушка из Квейк. Thunderguns, или как он, молниемет. Отведайте боли. Как демон с анимацией, как у Астольфа Бина, если мне память не изменяет. Он тоже так прыгал. Жутко, жутко, жуткие ассоциации, жуткие отсылки. Походу, автор мода тоже не гнушался такими модами. Это хорошо. Тут за мразь, не знаю. Страшная была мразь, просто очень страшная. Такая дикая рожа. Ужас и кошмар. Так, тут все есть, да? Ну ладно, думаю, наше мучение мы продолжим в следующем эпизоде Infernal Attack. Посему с вами был Iron Druk. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жуйте жвачку, любите игры. И до скорого!